Так, друзі, ми повертаємося до нашого прямого ефіру, телеканал «Правда тут», «Правда тут» лайв-шоу, і зараз будемо говорити про річницю 26 лютого, окупація Криму. До нас у студію завітав Різа Шевкіїв, український кримсько-татарський політик, член Меджлісу кримсько-татарського народу, генеральний директор благодійної організації «Фонд Криму». Доброго раночку. Доброго ранку. Ну, на жаль, при таких обставинах ми зустрічаємося, сьогодні річниця окупації. Як ситуація зараз в Криму? Ситуація день ото дня ухудшається. В першу чергу в моральному відношенні, тому що російська пропаганда доводить людей до істощення, до потери духовності, до потери віри. Ну, вона на то і направлена, щоб люди розтерялись і більше ніколи не думали об Україні і забули про Україну. Я очень беспокоюсь вот за прошедшие 7 лет в отношении наших детей. Ведь представьте себе, уже 7-летние дети, которые родились при оккупации, и они с первого дня получают эту пропагандистскую инъекцию Кремля. А это серьезно. В детских садах, как их воспитывают, как их начинают с утра заставлять петь гимн России. Серьезно? Как им этот начинают одевать им различные атрибуты советской армии, российской армии. То есть полностью идет такая пропаганда, что невозвратность в Украину, территории и в том числе всех жителей. Это очень страшно. Я уже не говорю о той экологической катастрофе, о том, что есть, существует большая безработица. Тяжело очень крымско-татарскому народу. Их избирательно не берут на работу. Існує ця дискримінація. Да, избирательно не берут. Это создают такие условия. Или же, кого берут, они должны стать коллаборационистами и пропагандировать политику России. А в большинстве своем наш народ, знаете, такой свободолюбивый, и никогда их сердце не может вернуться в Россию. Вообще, мой народ с 1873 года начал с потери Крымского ханства, государственности, виновницей была Россия. Тогда она еще нарушила Кучи-Кайнаджийский договор и начала процесс аннексии, аннексировала полностью Крым, вымещала население Крыма, и крымские татары миллионами выехали, были вынуждены съехать с территории Крыма в Турцию, в Румынию и другие части света. И поэтому у нас генетически в памяти заложилось, что наш враг – это Россия. Я не знаю, когда Россия станет некой демократической моделью развития, общечеловеческого развития государственности, что наш народ и другие люди, которые проживают в Крыму, полюбят Россию. Я сомневаюсь, потому что на протяжении веков она продолжает всю ту же политику порабощение, буквально порабощение, захвата и уничтожение инакомыслия, уничтожение идентичности национальной и тотальную русификацию всех и вся. Я вот наблюдаю, знаете, как республики Татарстан, допустим, Башкортостан, Кавказские республики в России, имея свое государственное образование, они, однако, русифицировались. Они 100% все владеют русским языком, и лишь старшее поколение еще владеет своим родным языком. А младшая молодежь, она начинает забывать, она путається в изъяснениях на своєму язикі, а многие вообще не знають. Пане Різе, ну це доля, в принципі, спіткає усі держави, які не чинять спротив, так, російській окупації, так чи інакше, вони втрачають свою індивідуальність, свою націю. А от взагалі, за вашими спостереженнями, у Криму більшість людей все ж таки, вони налаштовані так, що вони українці, вони не стали проросійськими, не піддалися? Я бы начал, знаете, вот об этом информировать вас и
анализ 2014 года. Вот до 2014 года мы 23 года находились уже в свободной Украине. И мы эти 23 года боролись за восстановление своих прав. Боролись, чтобы нам предоставили национально-территориальную автономную республику. Восстановили, чтобы эту республику, которая она была. Мы боролись с украинской властью. Мы любили Украину, мы не любили Россию. И вот в этой борьбе, казалось, когда в 2014 году наступил такой переломный период, и наметились какие-то изменения возможные, да, с приходом нового государства, которое как бы богатое, процветающее. Мы же видим, как Москву, Ленинград нам преподносят. Да? Угу. Казалось бы, что народ может остановиться и задуматься. А может быть, стоит отказаться от Украины? Так как вот за 23 года она нам не дала, не восстановила наши права. Но нет же, без нашей, даже без пропаганды Меджлиса крымско-татарского народа, народ сам внутренне не принял оккупацию. Да. И меня это, всегда этот факт удивляет. Ведь основным сопротивляющимся ядром в Крыму в 2014 году выступил крымско-татарский народ. Тот, который все 23 года боролся с украинской властью. Понимаете? И она выступила вот в 2014 году, в этот день, когда мы вышли, и вот это там 1015, из них это 95%, я уверен, потому что я там среди них был, в этой толпе, так сказать. И все декларировали: Крым – это Украина. Да. И вот с одной стороны крымские татары кричали: «Крым – это Украина», и с другой стороны пророссийские активисты кричали: «Крым – Россия». Вот, и вот знаете, вот это говорит о том, что украинской власти, сегодняшней власти, еще вчерашней, с 2014 года уже надо было задуматься, на кого делать ставки в Крыму. Как сохранить Крым, чтобы сепаратистские політики і так далі? На вашу думку, от що, хто винен у тому, що от ми втратили в Крим? Втратили Крим – це власть України. В 2014 году, вот знаете, когда начался Майдан, начались процессы такие демократические, надежда войти в это, принять европейский курс. Мы из Крыма колоннами приезжали сюда, на Майдан участвовали. Я сам раза 3-4 приезжал, несколько дней отбывали на Майдане. Мы это почувствовали, мы это поддерживали. И в это время, когда начались вот эти события ночь на 26-е, мы увидели, что украинская власть, это потом, анализируя, я понял, что, например, мое мнение, в это время в Украине власть имущие делили власть. Тобто вони були не зосереджені на тому, щоб зараз термінові якісь дії робити для того, щоб Крим не окупували, так, да, боротися. Да. Не було таких радикальних дій. Я хотів також запитати, пане Різа, що зараз потрібно зробити, аби повернути Крим? Чтобы повернуть Крым обратно, у меня вот несколько таких тезисов ключевых, которые я на свой взгляд вижу. Это первое, начну я с Украины. Что должна сделать Украина? Украина в первую очередь на законодательном уровне должна принять закон о национально-территориальной автономии крымско-татарского народа. То есть внести вот эта триада законов, которые мы предоставили в офис президента, и там о статусе народа, закон о коренных народах и об изменениях в 10 главе Конституции Украины, где переименовать там АРК, национально-территориальную автономию крымско-татарского народа. Это совершенно не значит, что там мы возьмем всю власть себя. Нет, это будет пропорциональная власть. Я так представляю, что там другие, там есть украинцы, есть русские, которые считают себя украинцами. Они пропорционально все будут во власти. Это не будет такого давления, это 100%. Теперь это первое. Это Украина должна принять на законодательном уровне. Второе. Украина должна принять
законы соответствующие, по милитаризации государства. Это должны быть жесткие, сильные законы, чтобы направить все финансовые, промышленные структуры государства на усиление армии. На усиление армии. И это прям в этих законах должно оговориться, допустим, до освобождения и возврата территорий. Вернули Крым, освободили Донбасс. Этот закон перестает действовать, он переходит в другой, потому что весь эта милитаризация может привести к нехорошим действиям. Але це значить, що потрібно готуватися знову до якогось протистояння? Ми уважаємо сильного. Россия уважает сильного. Любое государство уважает сильного. Вы даже вот круг друзей, мы кого уважаем? С детства возьмите, уважаем лидера среди нас, который сильнее. У того, кто мама с папой дают больше денег, то есть он богаче. Как бы. Вот он становится лидером, его уважают. Также и между государствами. И европейские страны будут уважать Украину, если она будет сильной и соответствующей процветающей. Это второе – милитаризация. В международных отношениях, как повести это себя. Я вот всегда предполагал, что и говорил в своих интервью на различных площадках, что необходимо добиться слушаний исполнения Будапештского меморандума в Совете Безопасности ООН. Слушания по исполнению, и где должны выступить Соединенные Штаты, Великобритания, там, потом подписанты Франция, Китай там, и другие европейские страны могут выступить. Россию пригласить можно и без него обходиться. Не обязательно его присутствие или его выступление. Потому что мы знаем, о чем она будет говорить. Мы это каждый раз слышим. Они повторяют Крым за это. Это вот третий. До речі, от в цьому питанні підтримка взагалі інших країн для нас важлива. От Євросоюзі нещодавно, до речі, заявили, що дійсно засуджують окупацію Криму Росією і запевнили у підтримці і дипломатичних зусиль, і спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності да, України. Це 60-й пункт, да? Так, а також готові розглянути конкретні дії Києва в цьому напрямку. От чи може дійсно чи це допомогти, чи це просто ну, там, заява Євросоюзу? Гарна заява на вашу. Ви розумієте, стремлення України в європейське сообщество сейчас вот она пройдёт тестирование соответствующее. Насколько это стремление искреннее, настолько она желает быть европейской страной. Когда на Европарламенте было принято голосование вот эта 60-я графа, где вы то, что зачитали, она должна обсудить. Уже сегодня они должны подготовиться, в ближайшее время вынести это на соответствующее обсуждение, провести соответствующие заседания комитетов, подготовить соответствующие законы и стремиться к тому, чтобы приблизиться к тому, что я выше говорил, принятие триады этих законов. Да. И тогда мы, знаете, сделаем один шаг, который мы всегда сами, коренной народ, ожидали, который Украина ожидал. И вот теперь Европа подсказала. Но да, когда да. Вы пойдете, будете делать какие-то движения? И вот тут, я думаю, это будет тестирование. И если Украина, руководство Украины, это упустит этот шанс, це шанс для нас зараз, да, так? Така заява випустить. Їм буде доволі непросто в міжнародній політиці виступати за вести боротьбу за деокупацію Криму. Тому що їм завжди буде контрвопрос об исполнении так, принятого так. Європарламенту. Ви знаєте, пане Різа, я сподіваюся, ну дійсно ми сподіваємося, що будуть якісь кроки для того, щоб повернути наш Крим, так, і ну, дійсно наша держава зацікавлена у цьому і буде робити якісь, і також нас буде підтримувати інші країни. А у нас у студії був Різа Шевкіїв, український кримсько-татарський політик, член Меджлісу кримсько-татарського народу, генеральний директор благодійної організації «Фонд Крим». Ми вам дякуємо, пане Різа. Я теж дякую. We'll be right back.
От саме зараз час перейти на наш YouTube-канал «Правда тут медіа» і подивитися останні цікаві випуски з нашими гостями. Повірте, Макс знає, про що говорить, а я знаю, що вам потрібно ще дзвіночок натиснути.